найти вот из этого мусора только пластик и металл, хорошо? В Темиртау завершается проект по формированию экологического мышления и поведения у населения Темиртау, который реализуется по заказу отдела внутренней политики. С апреля в городе провели больше 25 тренингов для взрослых, подростков и детей, установили 10 контейнеров для сортировки мусора и организовали несколько субботников и эко-акций. Главной целью этого проекта является формирование экологической культуры у темиртаусов, в частности и у подростков. В рамках этого проекта на протяжении всего лета были организованы и проведены различные тренинги, субботники, акции. Участники проекта выражают заинтересованность, потому как экология – это очень важный вопрос для Темиртау. Поэтому мы думаем, что таких проектов будет еще много. Чтобы привлечь к вопросам экологии юных темиртаусцев, экотренинги прошли и в культурно-досуговых клубах города. Здесь ребята узнавали больше о существующих проблемах экологии и учились бережно относиться к природе. Я вам кидаю наш мяч, а вы говорите, что вы запомнили из сегодняшнего тренинга и понравился вам или нет. Хорошо? Договорились? Да. Давай. Что ты запомнила? Нельзя мусор кидать. Хорошо. Просто так, да? Нельзя мусор кидать в природу. Хорошо, давай, теперь ты. Рисовали, хорошо. Вообще тренинг состоит из нескольких этапов. В основном это теоретический формат, потом у нас идет практический формат, то есть это игры различные, тренинги, еще также, когда у нас есть возможность, мы на проекторе показываем презентации, чтобы это было наглядно. Сегодня мы использовали картинки, чтобы детки могли посмотреть, увидеть, рассмотреть все экологические проблемы, которые связаны с пагубным воздействием людей на природу, для того, чтобы они понимали, что есть такая проблема и в дальнейшем ее решали. В завершении тренинга самые активные участники получали в качестве поощрения маленькие термосы. Но без подарков не оставался никто. Все уходили с мероприятия с эко-шоперами. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.